Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья, зрители, гости моего канала. Всех приветствую на своем кулинарном канале Нуни Очаги. Дорогие друзья, всем желаю доброго дня, хорошего настроения. Готовый свекольный сок с морковки и киви. Мне врачи строго посоветовали, чтобы я приняла свекольный сок ровно месяц. Так как у меня операция была недавно, все вы знаете, кто смотрит мои видео. Вот, и я потеряла много крови, поэтому сказали, чтобы я приняла свеклу. Всем желаю приятного просмотра, друзья, и спасибо за просмотр. Дорогие друзья, полезный, вкусный свекольный сок готов. Всех приглашаю на вкусный, полезный сок, мои дорогие. Спасибо за просмотр, за доброту, за внимание, за то, что приходите, смотрите мои видео. Мне очень-очень приятно. Вот эти остатки, которые на пиалышке у меня, я не выкидываю. Я в пакетик положу в морозильник. Вот когда борщ буду готовить, буду использовать. Всем желаю мира и добра, как всегда, дорогие друзья, мирного неба над головой. И до следующего видео. Пока-пока.